Тюрин или Тюрик с детства тянулся к высокому, к нечто такому, что наполнено знаниями, гармонией и красотой. Душа его откликалась на нужные стимулы и направляла на путь умственного и творческого труда. Так школу города Братска Иркутской области будущий криминальный авторитет закончил золотой медалью. Увлекался шахматами и музыкой. Относительно музыки намерения его были весьма серьезные. Но вдруг неожиданно для окружающих в возрасте 16 лет Тюрин попадает в колонию для несовершеннолетних города Ангарска за участие в групповом изнасиловании сроком на 3 года. Случилось это в 1975 году. Отбыв там 3 месяца, Тюрин попадает под амнистию. 3 месяца колонии повлияли на юношу. Вышел он оттуда закаленным. Но, надо отметить, забегая вперед, он все же окончит музыкальное училище имени Гнесиных, а также получит экономическое образование. Стремлению к образованию и самосовершенствованию не помешала деятельность совсем неинтеллигентного толка.